Мы поможем разобраться, как счастливым быть в семье. Наш путь лежит от города Комсомольска на Амуре Хабаровского края до поселка Лермонтовка Якинского района. Это расстояние более 600 километров. В этом поселке живет замечательная семья, в которой воспитывается четверо приемных детей. Свои дети давно выросли, а вот сил и желания воспитывать чужих еще хватает. Семья необычная. Родились они недавно, в марте, в апреле они родились. Да? Было сначала 43 штуки, потом маму попадала. А, когда было наводнение, некоторые утонули. Ну вот сколько осталось. Вот тут видно. Тут-то куры живут. А вот и утки там. Вон утки в угле. У нас утят не было, потому что когда было наводнение, яйца промерзли, и утки их выкинули. И не стали на них сидеть. Мамы их рубили в январе, феврале, ну вот, на зиму, короче. Нам помогал дед, я и Вадик рубил. Еще девочка немножко. Это наш металл. Это дед собирает, чтобы потом сдать. Трудная ситуация. Какая красота. Какой цветник. Какой красивец. Кто ухаживает за цветником, Кристина? Мы. У нас тут, в принципе, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 кустов. Вот тут оранжевый. Роз, да? Да, вот тут оранжевый, тут розовый, тут красный, тут темно-красный, там белый и розовый. Эти у нас как там? Бархатцы растут. Он траву ест. Ну, у нас, в принципе, здесь много красивых цветов. Даже не знаем название. Но все равно ухаживаем за этими цветочками. Так, у нас там еще крыжовник растет. Вот калина. Смородина, калина. А вот эти или вон те я садил? Какие я садил с тобой? Вот эти, да, помню? Смотрите, посмотрите, какие у нас тут лапороти. Лапороти. Это кедры. Но они вырастут и будут большими кедрами. Что у нас растет тут? Облепиха. Но она у нас еще маленькая, ей только 3 года. Покажи ей. А у нас еще тут есть юшка, косточка, ну и папа. Лилии есть. Вот это все бархатцы. Тихо. Всякие такие цветы. Что не позвал, если не прав. Свежий воздух – это главное. Ой. Вот уже фиолетовый начинает. Красота. Их очень много. Мама будет из него делать вино. Вкусно. Много винограда получается, Кристина? А? Много винограда снимаете? В прошлом году было мало, потому что он не уродился-то хорошо. А вот он, газ наш. Тут наша кухня. Так, вот газовая плита. Вот она, наша печка, здесь одет, курит. Вот он, наши закуски. Да, бесенки помогали. Ой, Владик, а как вкусно пахнет у вас на кухне. Вкусно пахнет. Домашней едой пахнет. Ну вот тут под землей есть этот. Подвал. Подвал. Погреб. Вот она, наша фортепиано. Вот он, баян. Вот баян. Иди что-нибудь сыграй. Иди сюда. Здесь а дед сейчас спит. Мне, например, вот его комната и телевизор. Так. Это комната дедушки, да? Да. Понятно. Так. Вот здесь на диване мама спит. Вот наш домовой. Домовенок ваш? Да. Ой,
Ой, какой домовенок. Вот, на верхней койке я сплю, а Филипп на нижней. Тут наши рыбки. А вот наша плазма. Вот это Филипп делал, вот это я. Так. Вон там и девочки. Тут наши девочки. И я. Так. Вот для собак печка. Так. Вот тут сахар. Это кладовочка, да, такая для приготовления, да. И там наши книжки. Ой, кто читает-то столько много книг? Мы. Никто. Владик настоящий хозяин. Вот наш умывальник. Вы здесь умываетесь? Да. Зубы чистите? Да. Щеки стерли прям как эти. Молодцы. А теперь в баню. Вот у нас баня. А вот наш лимонник. Лимонник забыл. Это наш лимонник. Ага. Разрастается. Понятно. От него вкусно. В баню теперь. Так, вот идем в баню. Дети ведут нас в баню. Это прибанник? Ага. А это баня. А зимой тоже в бане моетесь? Да. Баня теплая? Там еще есть душ. Я душ показываю. Вот печка. А, то есть эту печку вы растапливаете, да? Да. Дед растапливает. Уходи. Дед растапливает. Уходи. Вот еще одна прачка. Теперь душ. Где душ? Это душ у вас? Ну да. Здорово. Ну там, вот там наверху вода поступает, здесь нужно его только включить. Ага. Идемте для картошки в запасе. Это наша груша. Это для чего она? Пить ее. Да? Стресс снимать? Да. Хорошо. Кто вам такую грушу-то придумал? Это мы сами сделали. Молодцы. А там наверху лук у нас. Вот здесь лук у нас... хранится, да? А тут у нас картофель. А зимой где он хранится? Он у нас в погребе хранится. Да. Вот. А, это вы уже выкопали, да, его? Да. Вот он, трактор наш. Это ваш трактор? Да, чтобы вспахать землю. Здорово. То есть не лопатами пашете, да? Да? Угу. А вы пашете трактором. Ну мы же современники. А это мастерская. И что там такое? Вот здесь у него специальные пилы для этого. У деда? Да. Ага, пилы для чего? Пили там для металла. Вот, даже с этой стороны есть. Понятно. Вот канат. Если плохо, будем вести, он у нас свет. Здесь и не держи, это он так шутит. Вот пшено. Это пшено хранится у вас здесь? Да. Это хранилище для пшена? Ну, да. Мы его пополним. И посуду моют, и полы моют. Хорошо. Пыль вытирают, все, помогают. Понятно. В огороде вот картошку в этом году собирали. Собирали, помогали. Да? Спасибо. Садить помогали. Я думаю, что каждому ребенку, каждому человеку нужна семья. Потому что когда дети вырастают в детском доме, они не чувствуют той любви, которую могла бы дать им мама, папа. Самое главное, нельзя оскорблять детей. Вот это самое главное. Будешь оскорблять, будут и они тебя оскорблять. Будут они не будут слушаться. То есть говорить с детьми на языке принятия. Да. Да? И не надо их унижать. Вот это вот самое тоже. Когда детей унижаешь, они ведь это все понимают. И они же такие права, как имеют права в доме, как и ты. Писку. До новых встреч! Еще увидимся. Вот и пришло время расставаться. На душе было тепло и спокойно. Спокойно за судьбы наших детей. Каждого из ребят будет свой жизненный путь, опыт воспитания в приемной семье, настоящую материнскую заботу и внимание, любовь и понимание, умение достойно выходить из трудных жизненных ситуаций, семейные традиции, весь этот багаж они перенесут в свои будущие семьи. И наверняка каждый из них будет знать,